Всем привет! Сегодня мы играем в Roblox Tower Defense и пробуем пройти вот эту сложную карту. Собралось нас вроде 8 человек. Сейчас посмотрим, вообще получится, нет это. У кого кто тут что ставит снайперов, все кого только могут ставят. Пока круто, я пока поставил ферму. Вот такую вот. И кто-то со мной тоже поставил ферму. Еще одну ферму. Пока буду ферму для того, чтобы потом поставить миниганнеры. У меня все, в принципе, крупные миниганнеры. Турель я взял. Надо дождаться хотя бы до миниганнера. Вот так, кто-то фармит. Тоже машину поставили. Пока все хорошо. Здесь охотник. Уже нехорошо. Хотя снайпера он еще есть. Смотрите, и обычно есть. Тоже, в принципе, нормально. Вот это пока на ноу нажимаем. Сейчас будем смотреть, что дальше. Пока справляемся, это хорошо, это очень хорошо. Пока мы справляемся, это просто супер. Так, давайте-ка я, наверное, еще поставлю. Да, давайте вот так пока. Еще одну ферму. Здесь нормально, охотник, снайпера, все вроде бы хорошо. Ой, машина просто супер. Машина как раз собьет. Блин, надеюсь, все нормально будет. Да, нормально. Давай, снайпер сейчас должен попасть. Все хорошо. Еще одну ферму. Пока вот так делаем. Следующую. Давайте тоже ферму, потому что без фермы никак. Если я сейчас быстро прокачаюсь, я потом смогу очень сильно защищать. А новички как раз в этот момент защищают вот это начальные уровни. Все супер. Вон кто-то переживает. Не уходите, говорит, не ливайте. О, самолет пошел, смотри. Вообще нормально. Нажимаем на ноу. Все супер. Самолет поможет очень сильно. Просто красота. Теперь следующее. Давайте-ка еще, что ли? Сколько? 4 фермы. Вот так. Так, сколько ферм у меня в итоге? 1, 2, 3, 4, 5. Ой, 5, я уже переборщил. Ну ладно, давайте. Что делать? Вот так пока сделаем. Я немножко переборщил уже с фермами. Но надо все равно. Так, пока, смотрите, с этими должны справиться. Я пока качаю еще. Должны. Во, машины пошли. Вообще круто. Это все сносят. Это все тоже сносят. Вообще хорошо. Смотрите, просто супер. Вот так пока делаем. Пока все хорошо. Теперь смотрите-ка, еще надо. Блин, он, конечно, поставил как раз одинаково, так что вообще ничего не видно. Специально это сделал, 100%. Так, по 8. Пока идем дальше. Пока справляемся, все хорошо. Я все-таки буду на ноу нажимать. Нормально, чтобы машина как раз-таки сюда пошла и было вообще хорошо. Ну пока не справятся, в принципе, даже без машины справятся. Так, у меня какие фермы? Вот такая, такая, одна такая. И еще одна такая. Давайте вот так, 1000. Все, у меня уже 1000 плюсом. За раз идет. Это хорошо. О, машины пошли. Супер. Давайте тогда пока справляемся. Раз. Еще вот так прокачаю. Все, пока отлично. О, смотрите, пока все вообще хорошо. Сейчас нормально. Тогда, если просто я сейчас буду... Вообще, если я буду сейчас прокачивать фирмы, то я потом наставлю кучу турелей, рейнджеров и миниганнеров. Давайте-ка вот так. Так, что еще? Можно, в принципе, вот так и вот так сделать. А эту я все-таки продам. Зря я ее поставил. Ладно, я ее продам. Потому что слишком много. Много тоже не надо, потому что надо еще... Во, пока хорошо. Смотрите-ка. Пока просто отлично. До босса можно. Босс на 10-й волне, по-моему, будет. Как раз-таки должен пойти миниганнер. У меня уже. Как раз хватит. Или пока не хватит. Этот решил просто все, что ли, заставить теперь. Так, ну-ка давайте смотрим.
Если пойдет босс, я поставлю миниганнер. Если нет, я еще прокачаю, чтобы уже на следующий был миниганнер. Да, босс. Ну-ка, что у нас там по защите? Надо ставить миниганнера точно. Ну-ка, сейчас подождите-ка посмотрим. Да, ну-ка, хотя, подождите. Машин куча. Не, надо ставить лучше. Давайте я поставлю миниганнера все-таки. Так будет лучше. Все, хотя бы вот так. Хотя мы похоже, и без этого бы справились. Но ладно, тоже неплохо. А, немножко не хватает. Как плохо. Так, здесь у меня уже все по 1000. Давайте вот так. И вот так. Все, отлично. Все, теперь я практически за раз могу сразу миниганнера поставить. Как хорошо. Смотрите, идем. Круто. Сколько она? Смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вся команда в сборе. Это очень хорошо. С этими справимся. Можно даже не качать пока. Все отлично. О, супер. Пока проходим вообще хорошо. Все. Серьезно. Он вот здесь вот диджея прокачал. Поставил сюда диджея. Я просто в шоке с некоторых людей. Когда куча здесь всего. Это просто ужасно. Самый ужасный вообще, который только может быть. А этот просто похоже. Давайте смотрим, что там. О, все пока хорошо. Можно, значит, прокачать. Все отлично. Сейчас, если невидимки выйдут, то, в принципе, уже можно будет и миниганнера прокачать. Да, сейчас как раз невидимки выходят. Давайте-ка вот так сделаем. Оп, оп, все готово. Все, справятся. Миниганнер этот тоже. Нет. Эти вообще не поставили даже. Нормально, мой миниганнер справится, в принципе, с этим. Давайте вот так подождем и сразу 5000 прокачаем. Все, вот так нормально. А этот все убрал, серьезно. Просто убрал все машины и диджея. А, он вот так. Где он диджея поставил? А, во, наконец, вот это нормально, хотя бы хоть диджея поставил. Просто отлично. Миниганнеры, все нормально, второго уровня. Да, что-то как-то маловато мы их бьем, смотрите. А не, все нормально оказывается. Все хорошо. Просто супер, я могу турель, в принципе, сразу поставить тогда вот сюда, правильно? Давайте-ка так и сделаем. Вот даже вот здесь можно. Потому что она будет все равно всех доставать за счет диджея. Во. Красота. Пока ее качать не буду. Ой, блин, нет, не красота. Так, ну эти все хотя... Тут первого, ну второго есть. В принципе, пока нормально, да. Пока все хорошо. Турель пока качать не буду. Пока он диджея... О, диджея уже третьего. У меня уже со скидкой можно. Просто супер. Тогда чуть-чуть еще подождем. Пока справляемся, поэтому можно сделать ферму еще одну. Давайте пока ферму сделаем. Вот так вот, 2500 ферму. Здесь что у нас? Все хорошо, вообще отлично. Пока все супер. Теперь давайте... О, самолеты, нормально, нормально. В принципе, пока неплохо. Пока справляемся. Блин, хорошо, хоть он диджея сюда поставил. Босс тут, но мы должны справиться. Турелька же еще есть. Ну-ка. Давай, турель, начинай. Все хорошо, пока все легко. Там уже все. По той волне все закончили. Отлично, смотрите, теперь вот так прокачиваем. Два автомата уже. Просто отлично. Теперь вот так сделаем с вами. И будут уже три потом автомата. Последнего уровня, пятого, и это будет круто. А так, 4 автомата пятого уровня.
И дальше только на улучшение всего. Так, давайте-ка я немножко улучшу. Чуть хотя бы, чтобы побольше стреляло. Пока нормально. Так, кто-то у нас ушел, похоже, да. Кто-то ливнул. Но ничего страшного. О, супер. Так, смотрите, пока деньги тратить не буду. Посмотрим сейчас, как справимся с этими. Ну, пока вроде бы нормально. Здесь справляемся, здесь тоже. Миниганер прокачал до второго, невидимок видит. Все, пока, в принципе, нормально. А боссов тут, да, в принципе, должны справиться мы и с этими боссами, потому что вон их убиваем, как хорошо. Давайте сразу тогда вот так вот прокачаем. И все, и останется последнее для фарма. И больше фарма не надо точно. Это будет последнее. Хотя, смотрите, можно вот еще, наверное. Сейчас справимся. Не, справляемся и так. Пока качать не буду. Потому что надо побыстрее все-таки вот это вот прокачать. Все, отлично. Ай, немножко не хватило, посмотрите-ка. Чуть-чуть не хватило, 2500, и было вообще супер. Но все равно прокачаем пока так и ждем, как будем справляться с этими со всеми. Турели есть, все хорошо. Так, ну-ка сейчас как справимся. Может быть, придется миниганера сразу качать. Нормально, пока хорошо. Так, так, так. Все нормально. Все отлично. Теперь надо быстрее. Вот так, все, успел, отлично. Все, это максимум, больше я ферм качать не буду. Точно никаких. Теперь можно, здесь пока третий уровень. Вот это вот прокачать, потом турельку. Давайте просто еще одну турель поставим. Вот сюда как раз. Еще одну турель. Все отлично. Две турели. Можно, кстати, вот, в принципе, вот так ее тоже прокачать. Сейчас следующая будет. Все, пока все нормально. Смотрите, хорошо. Так, блин, здесь только снайпера стоят. Это плохо, конечно. Мне бы рейнджера сюда поставить. Ну-ка, я могу сюда рейнджера поставить? Нет. Нет, вообще никак. А, ну вот я вот сюда могу поставить. Давайте, наверное, сразу рейнджеры поставим. Вот так, во. Чтобы потом другой никто не поставил. Вот так. Все, рейнджер есть, хорошо. Турель. Вот так вот. Две турели. Потом можно еще, кстати, будет одну турельку поставить. Вот с этой стороны, смотрите, мы легко справляемся, похоже. А здесь пока доходит. Ну, здесь, потому что нет никого, но зато в серединке все есть. Но сейчас он дойдет, мы его, в принципе, должны сразу завалить. Ну-ка, рейнджер вообще хорошо стреляет, просто супер. Ну-ка, смотрим, как с этим боссом. С этим боссом нормально. Все, легко даже, вообще хорошо. И с этим тоже справились, супер. Так, смотрите, надо, наверное, ставить вот сюда еще турельку. Давайте-ка, да, вон там как раз есть командир еще, это вообще отлично, он как раз бустить будет всех, и турели, и все. Вот так, все. И давайте пятую, потому что надо турели на максимум сразу поставить, чтобы ничего здесь никто не ставил тоже. Вот сюда, в принципе, можно. Диджей достает, этот достает, да, все хорошо. Все отлично. Вот. Все, пока вообще хорошо. Вон тут, смотрите. Ракетчики. Все, пока нормально. Конечно, единственное, наверное, кого здесь не хватает, это каких-нибудь тех, кто замедлять будет. Вот так еще. Турель. Все, продает. О, человек продает снайперов. Это очень хорошо, потому что рейнджеров можно поставить. Просто супер. Давайте-ка, это вообще хорошо. Давайте как-то вот на угол, что ли, вот так вот поставим. Вот так. Все, отлично. Еще один. Просто отлично, посмотрите, как хорошо. О, блин, вот это вот плохо. О, еле-еле видели. Надо мне качать турели хотя бы, чтобы он невидимок видел, потому что иначе мы так с вами проиграем. Давайте вот так сделаем. Снайпера пусть по этим, а турельки должны невидимок видеть все-таки. Во. Хорошо.
потому что если они видеть не будут, так пропустим. Но пока все отлично, смотрите. Проходим вообще пока супер. Здесь уже вон охотники стреляют третьего уровня. Все пока нормально. Здесь вообще справляемся, здесь отдельно. Смотрите, отдельно все стоит и все справляется. Просто вообще хорошо. Так, где у меня тут турель? Как все наставлено плотно. Ну-ка давайте-ка. Чё, я даже по турели попасть не могу, видели? Ну давай, турель. Да почему я попасть по тебе не могу? Как я ее спрятал, вы видели? Ну-ка вот сюда. Я теперь не могу по ней попасть. Во, попал, наконец-таки. Вот, отлично. Теперь вот это тоже. Все, и вот здесь вот где-то еще одна была. Или нет, все уже. Все, пока хорошо получается. Как я могу еще турель вот сюда одну поставить куда-то? Хорошо, смотрите, как круто. Все, чтобы они все невидимок видели, все были запущены, все круто. Так, ну-ка, 11500, это значит, диджей вот до этой тоже достает, да, все круто, смотрите. Пока вообще хорошо. Давайте-ка еще немножко. Давайте рейнджера. Хотя можно еще, давайте рейнджера пока на максимум, ну-ка вот сюда. О, отлично. Отлично, отлично. Я буду чисто рейнджеров тогда ставить. И миниганнеров. Ой, точнее не миниганнеров, этот, турели, который я поставил. О, еще. Смотрите, как еще поместился. Просто супер, пока вообще хорошо. Смотрите, и рейнджеры очень далеко достают. Просто круто, давайте еще рейнджеров. Можно куда-то поставить. Ну-ка, вот сюда куда-нибудь, здесь куда-то можно, на уголочек. Ну-ка, никак на уголок не поставить. Ну, давай, чуть-чуть. Давай, рейнджер, ну куда-нибудь залезь. В принципе, я же могу вот сюда куда-то его, нет? Нет, на крышу он сюда не залезает. Жалко. Ладно, пока так оставляем. О, здесь еще один командир, это круто. Здесь командир тоже хорошо, потом будут его качать. Так, давайте-ка вот все-таки попробуем, может быть, как-то вот сюда вот можно? Нет, никак вообще. Так, это снайпер. Ну ладно, пусть он будет. Пока, давайте я, знаете, что сделаю? Прокачаю вот так, вот так. Вот так вот. Все, 4 снайпера, хорошо. Пока тоже нормально. Так, в принципе, я могу вот сюда поставить. Но, наверное, диджей доставать не будет. О, диджей до 5-го уже. Это же вообще хорошо, смотрите-ка. Я могу, знаете, что сделать? Все-таки давайте попробуем, начнем качать уже вот это, где самое далекое. Нет. Или давайте вот, которая посерединке, вот это хотя бы. Ее будем качать на максимум для начала. О, все. Потому что турели очень важны. Кто-то ушел, что ли? Уходит, да, кто-то уходит. Мне интересно, вот этот, который постоянно ставил, где его? Давайте посмотрим, где его вообще. Здесь посмотрите, как хорошо. Ну-ка, как у него? Плюс 16. Ой, 26. Ну вот, он только самолет, что ли, один поставил? Больше вообще ничего не ставит, мне интересно. Странный какой-то. О, посмотрите, как турель достает. Просто круто. Надо еще одну улучшать. Пока тут диджей, давайте улучшать. Вот сюда куда... Ну, как мне достать? Я так поставил теперь, что мне никак даже. Посмотрите-ка. Как мне сюда залезть? Эй, что такое? Я хочу тебя прокачать. Да почему так-то? Почему это не работает? Вот так, ну. Нет, если вот так. Ну-ка, диджей. Вот это. О,
Во, есть. Смотрите, круто. Еще прокачал, супер. Турельки надо на максимум. Пока все. А, вот эту еще можно прокачать. Вот эту давай. Во. Тоже, потому что она видит как раз-таки с двух сторон. И сейчас еще на максимум. Круто. У меня будет 3 турели на максимум. Все, это прям вообще хорошо. Смотрите, уже вот с этой стороны не так сильно справляется, не так легко. Но пока вроде бы нормально. 33-я волна уже. Ничего себе. Тут же будет 2 босса. Это просто ужас какой-то. Так, здесь у меня все. Вот это ж я тоже прокачал. Ну-ка. Как мне посмотреть вот эту мою... А, нет, вот эту я не прокачал. Надо ее прокачать. О, подождите. Почти поймал. Это миниганер. Да как? Почему? Как достать мне до этой турельки? Помогите! О, нет. Это рейнджер. Как мне достать до этой турели? Давайте хотя бы вот эту, что ли, прокачаем. Давайте так хотя бы. Пока вот это. Все. У меня пока получается последняя турель. Ее надо как-то искать. Пока все справляются. Надо как-то сделать мне... Как мне сделать эту турель? Да? Что ж такое-то? Как ее найти? О, почти. Или это не то было? Во. Нет, это диджей был. Как мне ее найти? Может, вот так издалека как-то найду? Никак не найти. Ну-ка. Нет, это миниганер. Да почему так? Никак мне ее не найти. В общем, я ее точно не найду пока. Давайте я хотя бы тогда сделаю апгрейд рейнджера. Вот так, чтобы хотя бы вот так вот они были прям на все. Не стреляли и туда, да, это будет даже, давайте так пока. Это даже пока будет круче, потом, может быть, я все-таки найду эту турель как-то. Чтобы издалека рейнджеры стреляли, все вообще хорошо. Стреляют пока супер. Все, смотрите, мы справляемся. 36-я волна. Просто круто. Ну-ка еще раз попробуем. Может, надо как-то отбежать, а потом прибежать сюда. Ну-ка. Я не могу найти. Вот танки тоже ставят. Тоже неплохо. В принципе, кстати, я тоже могу вот сюда куда-нибудь поставить танк потом. Теперь смотрим, пробуем, забегаем. Надо вот с этой стороны. Ну-ка, я же в тот раз как-то ведь нашел ее. Ну, давай. Ну, как-нибудь-то. Ну. Ну, да. О, это рейнджер. Это рейнджер. А вот так. Все, эту турель мне просто не достать, вы видели? В общем, мне ее не достать точно. Давайте тогда пока прокачаем вот так. Оп. Вот так. Потому что 300 урона это очень сильно. Просто очень-очень сильно. Посмотрите, какие. Просто гаубицы огромные. Посмотрите, они все ждут босса последнего. Это просто круто. Самолеты, все, максимум. Я не знаю, даже миниганера можно вообще не брать, что-то другое поставить. Давайте тоже максимум вот этого. Давай, рейнджеры, навались. Все турельки. Это еще и до турели никто даже не доходит, вы представляете? Потом мы турелями такой устроим здесь. Бум. Все, сейчас еще один рейнджер будет на максимум. Круто. Отлично, посмотрите. У меня 4 рейнджера. Вон у парня еще 3 минимум на максимум. Так можно сказать. Еще одна попытка. Да давай, да давай. Ну пожалуйста, дай. Как я это поставил? Как? Просто нереально. Ну ладно. Можем, в принципе, сделать, знаете что? Можно поставить танков, наверное, побольше. Давайте прямо вот сюда. Вот так. Я же могу кучу танков поставить еще. Вот так. Оп. Ой, он продал.
Вот, я, может быть, сейчас зато прокачаю. Нет? Нет, я не прокачаю, похоже. Да как? Ну вот сейчас же должен быть. Два босса, посмотрите, все. У одного почему-то уже здоровья меньше. Блин. Давайте тогда просто хотя бы поставим еще танков, что ли, я не знаю. Вот так. Хотя лучше рейнджеров, тогда уж. Давайте куда-нибудь вот сюда. Сюда куда-то можно поставить? О. А, все у меня уже. Максимум. Я могу миниганера продать лучше и поставить рейнджера. О, еще же надо продавать эти, я забыл. Фермы. Нам не нужны фермы уже. Вот так. Так. И теперь вот сюда. Давайте побольше поставим. Блин, там же командир есть. Бусти командиром. Чувак, бусти командиром. Давай, два босса идут, вы посмотрите. А, турельки, сейчас пошли турельки бить. Вот так еще. Давайте еще кого-нибудь куда-то засунем. Вот так. Давай, босса, давай. 7 осталось, у этого 7, давай. А, нет, у того 7. Все, завалили, а теперь все на этого. Навались. Давай. Чуть-чуть, немножечко. Давай. Давай. Осталось чуть-чуть, ну. Мы победили его или нет? Мы победили. Вот это супер. Просто класс. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал за такую победу.